Я могу сказать о Пахите. Это один из самых великолепных классических дивертисментов, который до сих пор в репертуаре театра на одном из ведущих мест, так скажем, потому что его можно сравнить с небольшой визитной карточкой Мариинского театра, образцом стиля, образцом изысканных манер и тончайшего вкуса. И вариация балерины в этом балете, она отличается сложностью и одновременно тонкостью, потому что движения кажутся простыми, и исполнять их нужно очень чисто. В этом вообще сложность классики, что она требует кристальной чистоты исполнения для того, чтобы зритель успел насладиться рисунком, рисунком поз, рисунком вращения и при кажущейся простоте достичь легато, достичь соединения одного движения с другим, одной комбинации с другой, так, чтобы это выглядело естественно, и чтобы это был танец, наверное, это самая сложная задача в этой вариации. Тем более, что много элементов присутствует на пальцах. Здесь крайне важны переходы, крайне важны спуски, спускание с балерины с пальчиков, переходы и позы, которые соединяют основные части. Но мне бы хотелось сказать, что при всей этой трудной работе, которая должна быть проделана в зале, основной результат, вынесенный на сцену, это абсолютное слияние с музыкой. При завершении работы над этой вариацией могу вам признаться честно, большое значение будет иметь,
как звучит музыка и насколько вы отражаете эту музыку. Даже я вот попрошу Машу сейчас сыграть вступление к этой вариации, чтобы можно было почувствовать каждый шаг и соединение звука и соединение позы. Машенька, сыграйте, я станцую руками. Спасибо. И очень важно, чтобы зритель увидел эту музыку и чтобы он почувствовал, как движение льется из вас. И все технические сложности, и прыжки на пальцах, которые нужно будет делать на одной ноге, и мелкие подобуры, они должны исходить из того звука, который звучит в оркестре. И ничто не должно напоминать о том, что это сложные технические движения. Это должна быть изысканная речь. Поэтому самое сложное, наверное, в репетициях, пожалуй, это начальный этап, когда нужно вычистить каждое движение и добиться того, чтобы это движение стало вам родным, и оно для вас стало легким. И можно было бы уже не задумываться, куда ставится нога, как она открывается, как это происходит. И поэтому могу вам сказать, что если начальной стадии работа будет сделана скрупулезно и с большим вниманием, то следующий этап будет намного легче, и вариация засверкает, как она и должна засверкать в таком балете, как Пахита, где самое важное — это изысканные манеры, не броскость внешняя, не открытость и порывистость, как в балете «Дон Кихот», а именно закрытое содержание, напоминающее об аристократизме и хороших манерах.